Не ходить в мечети, не посещать кладбище, не раздавать соседям традиционные кульки с продуктами. Муфтият Карачаево-Черкесии еще раз обращается к жителям республики соблюдать меры предосторожности во избежание распространения коронавирусной инфекции. Праздник Ураза-Байрам рекомендуется проводить дома в кругу семьи. О призывах мусульманского духовенства Алла Качиева. Подумайте о наших старших, берегите свое и здоровье близких. Эти призывы звучат с экранов телевизоров и социальных сетей с конца марта. Представители власти, духовенства и, конечно же, медицинские работники обращаются еще раз к жителям. Соблюдайте режим самоизоляции, гигиены, не посещайте места массового скопления людей. Так как священный месяц Рамазан совпал с периодом пандемии, особая ответственность лежит и на плечах религиозных деятелей. В этом году от Господа Всевышнего выпало нам всем, не только нам, всему миру испытание. Это испытание, я думаю, мы проходим достойно. 128 имамов в нашей республике, и каждый имам на своем месте, как на боевом посту. И днем, и ночью. Почему? Люди умирают и от коронавируса, и от разных болезней. Один человек может сказать, что я заболел, а нет уже имама такой возможности. Он болеет или не болеет, он должен выполнять свои обязанности. Он должен ходить туда, наставлять людей тех. Сейчас трудно, конечно, трудно. Когда выдают тело, да, во двор не ведут, сразу над кладбище. Не у всех же люди там подготовлены к этому. Не у всех же там дожили до преклонных лет. Там же среди них есть и молодые. Алхамдулилля, сейчас хватает сил нашим имамам помочь этим людям духовно. Иншаллах, мы надеемся, мы просим Всевышнего, обращаемся, вызываем Господу. Дай Аллах, чтобы мы прошли достойные эти испытания. Каждый мусульманин обязан подумать о безопасности своей семьи. Это руководство исламской религии. 24 мая – праздник Ураза-Байрам. Во избежание распространения коронавирусной инфекции на основании рекомендаций врачей муфтият Карачаево-Черкесии просит верующих принять меры предосторожности. Отложить массовые мероприятия, такие как коллективный праздничный намаз, посещение кладбищ, хождение в гости, угощение друг друга. Прошу вас в эти праздничные дни воздержитесь от посещения родственников. Можно через телефон поздравить каждого. Воздержитесь от посещения кладбищ. Кади Ибрагим Хаджикачиев поздравил жителей с наступающим праздником Разговения Идальфитр, пожелал всем терпения, благоденствия, крепкого имана и отметил, что милостыню можно не как раньше передавать из рук в руки, а перечислить насчет нуждающихся. И что лучше встретить Уразу-Байрам в кругу самых близких, в молитвах, прося Всевышнего отвести беду и болезни. Алла Качиева, Медина Джанкезова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.